В Институте бизнеса и дизайна. Сегодня у нас проходит день без турникетов. Сегодня проходит множество творческих мастер-классов. Я студентка управления бизнеса и дизайна. И сегодня я провожу мастер-класс по росписи новогодних шоперов. Мы рисуем акриловыми красками по ткани. Сделать себе такой подарок или кому-то – это прям шикарная возможность. Давайте не будем рубить елки. Пускай они растут, наслаждаются с жизнью, дарят нам кислород, прекрасное настроение. Я сторонник того, что нужно делать елки из переработанного материала. В данном случае мы делали сегодня елку из бумаги. Ценность заключается в том, что у вас будет предмет, которого до этого не было. То есть это прямо творчество. Прямое творчество, связь нашего мозга с руками и материалом. Это круто. Институт бизнеса и дизайна – это творческое, постоянно движущаяся такая система, большой организм, в котором много творческих факультетов, и все педагоги – творцы в первую очередь. Вы знаете, анимация, в принципе, очень сложный и кропотливый процесс, но он очень увлекательный. Это действительно может стать вот любимым делом жизни. Это, наверное, в жизни самое главное. В общем, у нас в профессии только фанатики и остаются. Если тебе это не нравится, таким сложным кропотливым трудом никто заниматься не будет. Мы в институте обучаем всем техникам анимации, пластилину в том числе, да. Были сегодня с дочкой на мастер-классе по анимации. Очень понравилось. Вот теперь хотим тоже попробовать, да. Благотворительный фонд «География добра» поздравляет Институт бизнеса и дизайна за проведение такого прекрасного мероприятия, как «День без турникетов». Мы проводим мастер-класс по вторичной переработке, приуроченной к Новому году. Очень интересные мастер-классы, приятный преподаватель, как оказалось, это преподаватель института, да? Спасибо, мы обязательно украсим этим елочку и новогодний стол. Спасибо.